доброго времени суток. Всем привет. Сегодня пожарим картошку с грибами, с чесночком, зеленью, с лучком. Картофель нам понадобится. Тут у меня больше килограмма. Нарежем мы ее вот такими вот дольками. Я один картофель примерно режу на 12 частей. Конечно же, нам понадобится соль и перчик. Маслечко грамм 100 для жарки. Картофель нарежем вот такими вот дольками. Режем пополам. Вот такие долечки нарежем весь картофель. Картофель подготовили. Грибы я нарезать не буду, так как они у меня маленькие довольно. Ну, буквально вот парочку можно перерезать пополам. Вот так вот. Остальные все нарезать не буду. Чесночок у нас пойдет в самом конце. Пару зубчиков, скажем так. Зелень тоже в самом конце мы добавим. Вот так вот. Ну, а лучок мы нарежем, когда уже жарится будет картофель. Берем масло и вливаем в сковородку. Сковородку нагрели хорошо. Вливаем грамм 100 масла. Это примерно 8 ложек масла. Это нормально, это немного, не бойтесь. Для килограмма картофеля это будет отлично. 7, ну вот 8. 100 грамм масла мы влили. Сковородка хорошо нагрелась, масло тоже нагрелось. Отправляем картофель аккуратно. Вот таким вот образом отправляем. Вот так вот раз. Посолим с пол чайной ложечкой соли. Вот так вот. Потом еще грибочки, когда грибы выложим, мы грибочки тоже посолим. Посолили, сразу помешаем. Конфорка у нас на всю включена. Картофель быстро обжариваем, а потом уже добавим сюда грибы и лучок. Минутки через 2 перемешаем. Вы смотрите по своей сковородке. У всех конфорки разные, сковородки тоже. Может, вам понадобится 5 минут. У меня буквально 2 минуты, и мы будем картошку перемешивать. Прошло 2 минуты. Подальше. Буквально 2 минуты, и она поджаривается. Вот как видите. Так что далеко от сковородки не уходим. Сейчас буквально еще 2 минуты, еще раз перемешаем. Прошла минуточка, достаточно, я помешаю. Итак, нарезаем лучок, дадим еще минуточку. У нас есть минуточка нарезать лучок. Отправляем лучок в картошку. Вот так. Добавляю сразу, вываливаю все грибы. Сверху грибочки присолим. Достаточно. Все это дело перемешиваем. Теперь надо нам помешать так, чтобы грибы оказались внизу, а картофель здесь вверху. Вот так. А теперь мы сейчас все это дело слегка поперчим. Теперь мы это дело закрываем. Убавляем конфорочку на двоечку. Дадим потушиться минутки 3 и помешаем аккуратненько. Прошло 3 минуты. А теперь нам надо аккуратненько это дело перемешать. Аккуратненько. Под низ, вот так вот под низ берем и переворачиваем. Вот грибочки наши поджарились. Видите, они, вот они, наши грибочки. Вот они поджарились, как видите. Аккуратно мешаем. Помешали. Конфорочка у нас уже, естественно, немножечко утихла. Сковородка остыла. Закрываем и дадим еще 5 минут потушиться, и наш картофель будет готов. В самом конце добавим чесночок, зелень и немножечко черного молотого перчика. Рецепт оставлю под видео в описании. Также под видео найдете ссылочку на наш семейный канал, на Инстаграм. Заходите и подписывайтесь. Картошечка наша почти готова. Натираем чесночок на терочке. Зелень мы порезали. Сейчас снимаем и подаем на стол. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. Прошло еще 5 минут. Добавим зеленый лучок. Немного. Чесночок по желанию, кто любит, добавляйте. Нет, значит, не добавляйте. Мы любим. Поперчим совсем чуть-чуть.